Всем привет! Очередное видео будет у нас, даже не видео, а такой вложик, эксперимент о том, какое, ну, о той дилемме, которая происходит у всех нажиманов, какой нож лучше для вскрытия консервов. Это Викторинокс либо Венгер. Да, многие сейчас начнут возмущаться в комментариях о том, что Венгер уже не существует такой фирмы, что Викторинокс выкупил этот нож, этот бренд, этот завод. В принципе, это не столь важно. Важно другое. Как удобно, как проще открыть, как безопаснее открыть банку, какой открывашкой лучше работать и какая из них открывает чище. Вот это мы и попытаемся сейчас узнать. Поехали! Для начала начнем с того, что у нас есть баночка пустая от томатной пасты помидорки. Вот эту край мы будем вскрывать. Почему именно она? Потому что, во-первых, она маленькая, то есть радиус меньше у нее. Ну и во-вторых, нам без разницы, какую открывать, собственно говоря, и без разницы, каким ножом. Всего у нас имеется три ножа. Первый, второй, условно назовем его третий. Вот у нас первая открывашка. Это так называемый Викторинокс. В чем ее особенность? Она немного вводит вправо клин. Она также служит отверткой. И она очень тонкая по сравнению с остальными. Принцип действия у всех одинаковый. Мы, ну как вообще вскрывать, цепляемся за борт и продавливаем полностью нашу банку, нашу крышку. Первая часть у нас есть, и ее теперь нужно отметить. Отмечать мы ее будем точками. Маркера, который не сотрется. То есть мы здесь ставим одну точку, и здесь мы одну полоску ставим. Теперь второй, на мой взгляд, неудачный эксперимент, когда совместили открывашку непонятно с чем. Итак, принцип ее такой же, как и у других ножей Викторинокса и Венгера. Но, как мы видим, эксперимент был неудачный. Это более ранняя, поздняя модель. Вот, здесь остается рваный край. Но главным конкурентом остается все-таки вот эта открывашка, которая классическая, венгеровская. Она, во-первых, толще, чем открывашка, которую использует Викторинокс. То есть вот здесь обух толще. Сужается клином. И под 30 градусов, по-моему, заточка идет грани. Ну и проверяем, как вскрывает она. На маленьком она, конечно, тоже будет оставлять край. Но, тем не менее, этот край у нас будет ровным. Итак, что мы видим? Образец номер раз. Вот. Здесь все элементарно и просто. Он заподлицо срезает. Это был у нас Викторинокс. Теперь Венгер. Венгер, последний вариант Венгера, делает
рванину очень страшную. То есть вот он у нас Викторинокс. Дальше прошлись мы Венгером. И он здесь порвал очень сильно. Оставил большую зазубрину. И она, ну, очень острая, опасная, скажем так. И более классический вариант открывашки, который идеально справился с тем, что открыл банку, но также оставил юбку. Теперь на данном эксперименте все наглядно видно, что на маленьком диаметре у нас Victorinox чисто бреет, Венгер оставляет юбку. Рваную, некрасивую. Да, на большом каком-то диаметре такого там, такого плана, там 50-60 миллиметров, он, конечно, будет резать более-менее чисто и ровно. Но на маленьком остается юбка. Хотя, с другой стороны, если так разобраться, то мне лично на классическом Венгере нравится больше открывашка, как она сделана. Ей проще открывать. На Викториноксе она мне не нравится вообще, но тем не менее она работает лучше, как мы выяснили. Ну, а теперь оставляем открытыми комментарии и ждем ваши суждения на данную тематику, господа нажиманы. Вот и подошел наш тест к логическому своему завершению. Я понимаю, что все любители Викторинокса я не переубежу ни в чем. Всех любителей Венгера тоже. Но тем не менее, как вам такая тема, идейка по сравнению разных инструментов? Можно также сравнивать и шило, хотя казалось бы, оно одно и то же и там, но нет. Все-таки разница есть. А если хотите узнать какая, то купите два ножа и попробуйте. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!